Еще одна информация выпуска. В Бендерах стартует проект «Южные арт-вечера». Он предполагает творческие встречи и трансляции фильмов в летнем кинотеатре под открытым небом. Участвовать в мероприятиях будут творческие коллективы, исполнители самых разнообразных жанров, профессиональные и самодеятельные художники, писатели, фотографы, мастера художественно-прикладного творчества. Все те, кто готов через свое искусство выразить любовь к родному городу. И первая встреча в рамках проекта состоится уже в это воскресенье, 24 июня. Горожан и гостей города приглашают к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину в программе творческого вечера, сценические постановки из маленьких трагедий, а также просмотр фильма «Пушкин. Последняя дуэль». Начало мероприятия в 21 час.